Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Китаец Лечился. Меня зовут Руслан. Сегодня у нас очередной ремонт. Это у нас Oppo, первый Oppo вообще в моей мастерской. Oppo опять 2020, как вы поняли из названия. Ну и не просто так вы все зашли, я думаю. Для ускорения процесса я уже отклеил заднюю крышку, оторвал остатки от дисплейного модуля. Задняя крышка у нас тут пластиковая, ничего такого особенного. Приклеена она на такой не очень хороший клей, подклеена вот здесь, где у нас NFC, и в принципе легко снялась. Ну, пластиковая крышка, как может сняться нелегко. Единственное, щели у нас маленькие, пришлось карточки брать потоньше. Также выкрутил болты по периметру для того, чтобы разобрать телефон. Вытащил сим-лоток, ну и оторвал дисплей, как сказал уже, потому что дисплея там остались одни ошметки. Теперь попробуем сначала руками. Подлазим и расщелкиваем аппарат. Убираем заднюю крышку. Здесь у нас антенны NFC, линзы камер и антенны. Ничего интересного. Видим, внутри у нас три камеры, еще какая-то камера. Скорее всего, датчик глубины динамики. Судя по всему, здесь стерео. Аккумулятор я уже отключил, плата у нас освободилась болтами, которые были на крышке. Аккумулятор я уже приподнимал, вот такими вот движениями поднимаем аккумулятор, отклеиваем и отклеиваем вот эту часть. Здесь она подклеена на скотч, ничего не повредили, все прилепим обратно как было. Теперь берем изопропиловый спирт, я покупаю вот такой. Пол-литровой банкой мне хватает где-то его месяца на 2-3. И обезжириваем рамку. Рамку я уже обезжирил, так слегка протеру, сейчас руками ляпал все равно. Обязательно смотрим, чтобы все осколки у нас ушли. Не дай бог, попадут осколки, дисплейный модуль у нас выйдет из строя. Дисплейный модуль куплен в моем городе, в Liberty Project. Не знаю, если у вас есть, можете купить там. Постараюсь найти ссылку на Алиэкспрессе, но, по-моему, их там нету. Вообще, модель телефона новая, и мало что есть на него в наличии. Даже официального сервис-центра есть только материнская плата, дисплей. Берем наш клей, это Т7000. Почему Т7000? Ну, во-первых, он черный. Во-вторых, он жиденький такой, и рамочка у нас совсем тонкая, как раз в уголочке все затечет нормально. Есть свои нюансы при вклейке, естественно, не просто так снимаем видео. Если посмотреть на верхнюю часть дисплейного модуля, можно увидеть там просвет. Вот в этом месте у нас имеется просвет. И вот тут еще возле камеры. Здесь у нас располагается датчик. Здесь у нас, я так понимаю, индикатор событий. Надо это все дело не залить, не закрасить, не замазать. Так что берем это у нас вот это место. Здесь у нас видим отверстие датчика внутри. И датчик у нас считывает вот в этом месте. То есть вот это место мы не заливаем клеем. Вот начинаешь клей наносить, и кто-то придет, клей уже половина нанесено, начинает сохнуть. Короче, клей я донес дальше, вот здесь, помним, не заклеиваем. Дисплей стыканул, здесь подключил, аккумулятор подклеил так. И стянул его на резиночки. Смотрим, засветов никаких нету, подсветка у нас чистая. Тачскрин работает корректно. Отзывается, ничто никуда не попадает. Телефон, судя по всему, без звука. Кнопки, громкость у нас с левой стороны, но... Да, телефон заблокирован, громкость не добавляется. Все, камеру видим. Сейчас ждем, пока высохнет клей. Убираем остатки.
собираем телефон, склеиваем, отдаем клиенту. Вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Постараюсь найти ссылку на дисплей в описании. Также в описании есть еще некоторые ссылки, можете пройти посмотреть. Пишите свои комментарии, буду рад почитать. Всем спасибо, пока-пока.